Еще в феврале ТОС «Володарец» стал пунктом приема пожертвований для переселенцев с Донецка и Луганска. С объявления частичной мобилизации помощь начали принимать для наших солдат. Теплые вещи, медикаменты, батарейки. Люди старались максимально обеспечить бойцов всем необходимым. К сборам присоединились десятки территориальных общественных самоуправлений. В первые дни было необходимо влажные салфетки, зубные щетки, пасты, бритвенные принадлежности, супы быстрого приготовления. Ну, то есть все, что жители могли предоставить, они все привозили. Зима близко, поэтому в этот раз бойцам собрали строительные материалы – бензопилы, лопаты. Это была просьба мобилизованных. С ними держат связь в местах дислокации. Сейчас начнутся холода, начнутся заболевания. Также у них нет, никак у подразделений 31-й бригады нет переносных бань. Сами понимаете, гигиена прежде всего. То есть начнутся, как бы сказать, люди военные, понимают, белевые вши, антисанитария. Одна партия собранной помощи поехала из Володарца в расположение 31-й бригады. Там уже ждут десантники. В часть журналистов не пускают, но пообщаться соглашаются. Максим в военкомат пришел с товарищем. Сказал, поедем только вместе. По контракту не служил. Сейчас парень проходит обучение. Обучение проходит хорошо. Инструктора у нас все с военным опытом, с боевым опытом. Учат очень хорошо и грамотно. Очень сильно помогает гуманитарная помощь от гражданских. То есть от аптечек до бензопилы какой-нибудь или лопаты, все это придет в помощь. Настрой у солдат боевой. Цель одна – победить. Помощь простых людей как напоминание, что дома ждут, что нужно обязательно вернуться. Александра Никитина и Герман Баранов. УПРАВДА ТВ.